Донецький «Шахтер» відправився в Одесу, де в перервах між матчами УПЛ і ЛЧ зіграв проти місцевого «Чорноморця», імеючи конфлікт з фанатами і не побіждаючого сентября. Кстати, дорогой зритель, советую подписаться на канал и поставить лайк, если хочешь всегда быть в курсе футбольных событий. Футбольные обзоры здесь выходят практически каждый день. Приятного просмотра! Сейчас я попрошу вас сконцентрироваться на своем дыхании на несколько мгновений. Интересно, сможете ли вы представить себе одну довольно странную идею? Это очень странная идея. Интересно, можете ли вы вообразить, что вы можете дышать через кончики своих пальцев? Просто представьте эту довольно странную идею о том, что вы можете дышать через кончики своих пальцев. Представить, что вы можете чувствовать, как воздух попадает в ваши руки. Сначала довольно медленно. И затем просто представить, как это ощущение продвигается медленно вдоль рук, через локти. Просто представьте, как этот приносящий комфорт и расслабление поток воздуха продвигается через локти. Верхнюю часть рук заполняет плечи, обе руки, оба плеча. Может быть, снова обнаружившее это ощущение легко покалывание или легкой вибрации может быть в локтях или в верхней части рук. На этот раз и снова обнаруживая это ощущение, затем продвигается в тело и ниже, в ноги, через бедра, через колени, в икры и щиколотки. Очень хорошо. И снова может возникнуть это ощущение легкого покалывания и легкой вибрации. Или ниже колен, и дальше, через щепотки, поступая в ступни ног и выдыхая их через пальцы ног. Вы только представьте.